Всем привет! Хочу показать сегодня крепление для экшен камеры на ружье Таймень. Есть у меня в арсенале ружье Таймень 850, и встал вопрос, как закрепить экшен камеру для подводной съемки на ружье. Значит, сделал самодельное крепление такое. Взял крепление от велосипедного крыла заднего, от горного велосипеда, посадил на болт сюда штатное крепление экшен камеры. Болт сточил для того, чтобы не мешал он сажать камеру. И получился вот следующим образом. Когда мы камеру застегиваем на крепление, камера не загораживает линию прицеливания, то есть не мешает выцеливать рыбу. Также камера не мешает заряжать ружье, наматывать линии сброс, то есть стоит в оптимальном месте. Крепление позволяет устанавливать камеру как от себя, так и на себя, допустим, чтобы самого себя снимать при нырках. Снимается, демонтируется с ружья тоже очень легко. Развинчивается один винт, и крепление снимается. Вот. Сейчас я с этим ружьем, так как на карьере очень хороший прозрак, пойду потренируюсь, поохочусь, поныряю. Но это больше тренировка, потому что на данном карьере я уже ныряю раз десятый, наверное. И никогда не встречал здесь достойной рыбы, достойного выстрела. Причем не только я, но и многие подводные охотники, кого я знаю, здесь тоже ныряют чисто для тренировки. Достойной рыбы здесь трофейной нет. Вот. Все, сейчас иду нырять. Вода на этом карьере всегда чистая, даже летом не цветет. Имеет такой голубоватый оттенок. Рыбы здесь, правда, не так много, как хотелось бы. В основном щука, некрупный окунь. Говорят, то, что есть карп, но я лично карпа здесь ни разу не видел. Видел здесь карась, есть раки. Глубины до 25 метров. Вот здесь очень хорошо видно, какая прозрачная вода. Плещется рыбка. Вот сейчас как раз один гидрокостюм, и вдоль вот этого бережка по заводям, вдоль камыша пройдусь, на глубине поныряю. Здесь вот есть выход косы, по выходу косы пройдусь, посмотрим, поищем, может быть, повезет, найду хорошую щучку. Thank you.
я немножечко понырял. Охота такая у меня была, скажем, это не охота, а больше тренировка, потому что водоемчик, он абсолютно не рыбный. По рыбе здесь я единственное, что встречал, вот уже как бы раз 10, наверное, здесь нырял, и по рыбе встречал здесь только некрупную щучку до килограмма, окушков, там плотвичку, всякую мелочь, короче. Трофейной рыбы я здесь никогда не видел. И не только я, но и многие мои знакомые подводноохотники, кто здесь нырял, тоже достойную рыбу не встречал. Но здесь очень чистая, хорошая вода, хорошие глубины. Всегда можно приехать, разныряться, потренироваться, поплавать. Сегодня нырял я на глубины не более 15 метров, до 15 метров, потому что фал, к которому привязана лодка ко мне, он как раз 15 метров, и глубже нырнуть мне не позволял. Хотя разнырялся, в принципе, неплохо, можно было бы и до дна дойти. Вот. Прозрачность очень хорошая, на глубине прозрачность лучше, чем под берегом. Под берегом все-таки лодки катаются, мутят. Вот. На глубине вода просто ледяная, как в роднике. Термоклин находится где-то на глубине 5 метров, дальше уже идет такая холодная вода. Все, сейчас поплыву к берегу и будем дальше купаться, отдыхать, развлекаться, есть шашлык. Все, всем пока!